Автоледи сбила мотоциклиста. ДТП произошло накануне около полудня во Владимире. Видео аварии попало в соцсети. По предварительной информации региональной госавтоинспекции, женщина-водитель 1965 года рождения за рулем ВАЗ-2112 выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате легковушка сбила мотоциклиста 1972 года рождения, который поехал на зеленый вместе с транспортным потоком. В комментариях пользователи переживали, что стало с мотоциклистом, потому что на видео он лежит на земле, а легковушка уезжает из кадра. Однако в госавтоинспекции нам сообщили, что женщина-водитель место происшествия не покидала, а сам мотоциклист хоть и получил травмы, но в госпитализации не нуждался. В результате ДТП водитель мотоцикла с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, а также тупая травма живота будет проходить амбулаторное лечение. Женщина не скрывалась, да, с места ДТП? Нет.